тесном кругу своих соратников я могу быть откровенен при полной уверенности, что никогда никому не придет в голову сказать о нашем захвате власти правду. Я приказал министрам изменить словарь. Нужно изменить самые важные слова. Например, пират будет означать справедливый человек. Если кто-нибудь скажет, что я пират, это будет означать, что я справедливый человек. Великолепно! Значит, теперь, вместо того, чтобы сказать кому-нибудь, например, как вы прекрасно выглядите, можно будет сказать, да вы просто чучело гороха. Но нас это не касается. Это законы для них, а не для нас. Ох, златохудрый. А мы будем говорить, как хотим. А, как хотим. Ясно? Ну, а теперь за дело. Для начала вместо «доброго утра» нужно говорить «спокойной ночи». Так мои верноподданные будут начинать лгать. А кто врет с утра, тот, как известно, врет до вечера. А когда придет время спать, нужно говорить «доброе утро». Но остальное подработают мои министры. Как можно быстрее. Реформы для народа. Прекрасная мысль. Она достойна того, чтобы быть высеченной с золотыми буквами. Такими же золотыми, как кудри вашего величества. Да.